Долговечная мясорубка для приготовления фарша с тремя формовочными дисками. Сегодня в видео рассмотрим мясорубку от японского производителя Panasonic, модель MK-MG1300. Комплект поставки состоит из моторного блока, рабочей камеры, лотка, толкателя, шнека, ножа, прижимной гайки, трех режущих дисков, а также инструкции с гарантийным талоном. Корпус мясорубки выполнен из пластика в классическом белом цвете. На правой стороне сбоку находится фиксирующий винт и кнопка включения и выключения. Это простая модель с одной скоростью работы и без функции реверса. Сзади расположены вентиляционные отверстия и сетевой шнур длиной 90 см. Под корпусом есть прорезиненные ножки, чтобы мясорубка не скользила по поверхности стола. Лоток сделан из алюминия, на нем можно заранее разместить заготовленные продукты. Для прокрутки мяса предусмотрено три формовочных диска с разным диаметром отверстий для мелкой, средней и крупной рубки. Ножи здесь самозатачивающиеся, из нержавеющей стали. Они могут перемолоть даже самое жесткое мясо и при этом не затупиться. Мощность мясорубки до 1300 Вт. В минуту она может переработать 1 кг и 200 граммов мяса. Также устройство оснащено защитой от перегрузки, которая отключит мотор в случае необходимости. После использования съемные детали рекомендуется промыть в теплой воде с моющим средством, затем насухо вытереть и смазать растительным маслом. Мойка в посудомоечной машине не рекомендована. Что в итоге? Panasonic MK-MG1300 отлично справится со своей главной задачей – прокруткой мяса. У нее три формовочных диска, самозатачивающиеся ножи и защита от перегрузки мотора. Благодаря качественным деталям мясорубка прослужит долго.